очень просто, ребят, это же сложилось и получилось m квадрат. Сумма по всем числам. Это значит единица плюс 2u плюс 2u в четвертой плюс 2u в девятой плюс 2u в шестнадцатой и так далее, и так далее. То есть, повторяю, коротко это записывается так. Сумма u в степени n квадрат, взятая по всем целым n. Если вас интересует, сколькими способами число представимо в виде суммы двух квадратов, то вы вообще-то должны написать вот такой вот ряд u в степени n квадрат и возвести его в квадрат. И коэффициенты, которые там будут, это как раз и есть представление числа в виде суммы квадратов. Объясняю почему. Потому что если вы берете вот такой вот ряд, взятый по всем целым числам, и умножаете его на такой вот ряд, взятый тоже по всем целым числам, то как записывается эта сумма? Она записывается как сумма по всем целым числам mn u в степени m квадрат плюс n квадрат. Когда вы будете приводить подобные слагаемые, то коэффициент при какой-то степени числа u, это как раз и будет количество представлений числа в виде суммы квадратов. Так вот, господа, вообще-то в науке есть формула, которая явно в области натурального числа выражает количество представлений его в виде суммы квадратов. Ну, она там выражается через что? Через разность количества делителей вида 4а плюс 1 и делителей вида 4а плюс 3. Ну, там такая точная формула такая. Надо для каждого натурального числа посмотреть, сколько у него делителей, которые дают остаток 1 при делении на 4, вычесть из этого, сколько у него делителей, которые дают остаток 3 при делении на 4, и умножить на 4. Это и будет количество представлений или сумма квадратов. Удивительным образом получается, что когда вы перемножаете эти два ряда, то ответ легко записывается.